Сегодня праздник на улице всех любителей чтения. Алтайский край присоединится ко всероссийской акции «Библионочь». Во многих библиотеках городов и районных центров в 6 вечера начнутся праздничные программы. Самая масштабная пройдет в Барнауле в библиотеке имени Шишкова. Гости смогут пройти познавательные квесты в книгохранилище, насладиться театрализованными представлениями на литературные темы, живой музыкой и искусством испанских танцев. Посетителям расскажут о творчестве Шекспира, об истории театра на Алтае. Театральному искусству вообще уделят много внимания. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству, посоревноваться в искусстве экспромта. Детям тоже будет чем заняться. Их вниманию предложат теневой театр, мастер-класс по созданию кукол и многое другое. Продлятся мероприятия до 10 вечера.